Раскрыт секрет уникального лекарства от радиации. Вещества, нейтрализующие радиоактивные химические элементы, по своему составу очень к ним близки. Результаты доклинических испытаний показали, что вещества являются нетоксичными, могут употребляться в виде таблеток. Можно быстро раздать большое количество доз людям, оказавшимся в зараженном регионе. Приема одной таблетки ежедневно на протяжении 2 недель должно быть достаточно, чтобы удалить практически все актиноиды. Сейчас продолжаются работы по исследованию полученных элементов. В ближайшее время медики планируют провести клинические испытания препаратов на людях.